Хе-хей, пузырьки, с вами Серч и мой друг Стрит Кент. Привет всем. И мы продолжаем проходить Far Cry 3. Значит, почему мы начали с этого места, а не с предыдущего? Дело в том, что Стрит каким-то образом провалился под текстурку, и, в общем, мы появились здесь. Наша задача сейчас взять бомбу и установить их около оползня. Задача следующая, набрать больше бомб, чем Стрит, то есть мне надо больше, чем он, и ему надо больше, чем мне. Ну что, Стрит, на счет 3 погнали? Давай. Давай, раз. Раз. Я так и знал, что ты. Ну а чё, как? А, кстати, я тебя могу подрезать и отнять твою бомбу, если что. Ну, у тебя все равно не получится. Я в этом не уверен. Ну это хорошо, что ты в этом не уверен. У меня все получится. Ай, я припустил бомбу. Лох, потому что. Так, а их что, надо привести на вот эту желтую хреноверть? Или что? Нет, их туда не надо проводить. Так, подожди, а где тогда я еще бомбу возьму? Тебе повезло то, что я застрял в пальме, чувак. А, все. А что это за желтенькие хреньки, которые я... А, их уберешь, тебе дают очки. Вот я их сейчас собираю, и мне дают очки, пока ты бомбу берешь. То есть у меня очков теперь больше, чем твой. Посмотри, у меня 394, у тебя 334. Вот засранец хрен. То есть достаточно просто... Это что, кто всрал? А, у меня 894, у тебя... Сука, я тебе не дам ее взять. Она будет моей, засранец, ты хренов. Как? Ты ублюдок, а? Понятно, короче. Ну, ты просто задротил уже, наверное, поэтому... Да нет, никогда не играл. По-моему, мне бесполезно с тобой сражаться. Хотя нет. У тебя уже, ты на 500 очков меня обгоняешь. Засранец, хренов. Нет, это нереально. Ты, короче, вин, наверное. А может быть и нет. Я, конечно, постараюсь тебя сделать, но я не гарантирую, что у меня это получится. Но я постараюсь. Ах ты засранец! Так, стоп, ты что, у меня бомбу отобрал? Да ты хренов ублюдок! Сука, что за хрень происходит? А почему я не еду? Да ты говнюк, а? Бомба моя. Сука, где камера? Понятно, ну Стрит, ну так нечестно. Сука. Плохой мальчик. Да ты ублюдок, ты неплохой мальчик. Последняя бомба осталась. Так нечестно. Да ты читеришь. Хренов читер, я с тобой больше не буду играть. Чё ты ржёшь? Я не вру. Я в суд на тебя подам, скажу, Стрит читерил против меня в Far Cry. Я хочу украсть бомбу, а вот где? Че, ничего не получится. Беги туда, не беги, беги. А почему бы и нет? Давай посражаемся, че? Стрит Кент победил. Че ты сражаться, если ты и так победил, засранец? Ну, пособирал бы очков. Сейчас будет взрыв. Бум, мазафака, бум, бум. Что, теперь двинем на квадроциклах туда? Нет, прикол в том, что по всей карте мы не сможем ездить на машинах. Чё там было, десяточка? А, нет, так, все, надо оружие менять, потому что из меня снайпер хреновый, это мы в прошлый раз уже выяснили, поэтому я буду диверсантом. А почему я не могу ставить модуль? Или могу? Потому что тебя еще не могу. Или не могу? Время, таймзап. Так, все, я успел. Ты будешь стрелять с пулемета, что ли? Да. Эй, сюда! Новый уровень, 7-й. Удар ниже пояса, финальный ролик. Круто. Так, оружие. Патроны, это что у нас? Взрывчатка. Следуйте по следам капитана. Бич. Ты следуешь по следам капитана, Пупсик? Да. По твоим следам, мой капитан. Я полагаю, сейчас нам тут предстоит... Здесь можно вообще как-нибудь по стелсу проходить, не знаешь? Но это нет. А так можно. Понятно, снова перестрелка. Голова. О-о-о, полегче. Уйди, Стрит, гранату бросил. По-моему, зря я ее бросил. Глушитель на М-ке или что у меня за оружие? Я не знаю, вообще классная вещь. Да, глушитель вообще классная вещь, Far Cry, я тебе скажу. Можно прокликом стрелять, и так вообще четко получается. Меня опять оскорбили. Да они тут вообще матюкаются, будь здоров.
Ой-ой-ой, мать твою. Ой-ой-ой, лечись. Опа, красава, я успел. Я уж думал, я помру. Снипер. Сейчас снипер загандоним. Давай. О, хедшот поставил сниперу. Хелп. Я тебе помог. Вовремя. Псины? Какие псины? Ты слышишь псин? Да, поэтому я спрыгнул с моста. Воу-воу-воу-воу-воу! Деритесь! Ой, она меня жрет! Как, что делать? Какого мать твоего хрена? Бей. Да я бью, левый, она... Я все кнопки мыши нажимаю. Стрит, помоги мне, она меня сейчас сожрет. Я в воде. Сука. Я помер, Стрит. Твоя задача убить эту срань и поднять меня. Быстрее, у меня время. А тут еще два засранца справа. Слушай, Стрит, ты давай это, типа, побыстрее. Я забыл, как сесть. Я опять прыгаю с моста, сэр, сори. Зачем? У меня нет. Да я лучше уплыву от них подальше. Восстановлю себе хп, а потом атакую. Воу. Так, загандонил. Стоять, ублюдки. Стоять-ка. То есть ты всех оставил на меня, я полагаю, да? Да. Все, я тут уже. Да, сзади. Так, вот гранат, тут как раз надо было брать снайпера. Ну, кто ж знал? Ну давай. Пятый уровень. Да, сука, сдохни. Мне нужны патроны. У меня патронов нету. Нож, на какую кнопку? Тоже нож, не знаю, на какую кнопку. На F? Да, на F. Поэтому впритык можно. Ой-ой-ой, мне хп-то сносит, будь здоров. Мне кажется, вам следует знать, что здесь вы пользуетесь популярностью. Пираты налетят на вас, как мухи на дерьмо, если вы не придумаете, как от них избавиться. Мы пользуемся популярностью, Стрит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, взрывчатку изменируйте мост. Подожди, что надо взять? Взрывчатку нужно. Взрывчатку. Единственное, кого я вижу, я только вижу врагов. Я взял взрывчатку. А, вон вижу взрывчатку, да. Прикрывай. Я иду очень медленно. Сука, такой лох. Не знаю, почему я тебя лохом назвал. Так что следующий возьмешь ты. Извиняй. Справа снайпер, ты видишь, нет? Нет, не вижу, подожди, я вообще от тебя убежал далеко. Ты че от меня убежал, у меня в руках взрывчатка. Оп, такой, бежит с бомбой в дом. Все, давай. Нормально. Мы издеваемся. В дом к врагу зашел, ты вообще ок прям. Убивай, не на мосту. Да убиваю. Не убил. Справа, ну, ты... справа. Да справа. Вижу. Ну, давай, еще справа, чувак. Да подожди. Такой... Да хорош ты, что-то передо мной встаешь-то. Так, вторую я несу, да? А подожди, ты что? А, вон. Это куда? Куда надо вернуться-то за бомбой? Ты вот сюда ее ставь, ты что там встал-то? Так, еще одну. Гранату им. Пупсик, ты где? Я здесь. Да я знаю, что ты здесь, но ты почему меня не кроешь? Что? Сколько, 4 взрывчатки, что ли, надо будет поставить? Нет, 2. Там уже написано слева. Слева, где слева? А, да, точно. Я пошел, короче, за бомбой, так что давай ты меня сейчас будешь прикрывать. А я буду ты будешь отстреливать засранцев, я буду ее калашматить. Поле у меня пулемет. Через дом, через окно нельзя зайти. Я слышу, там кто-то стреляет. Я стреляю. Присмотрите за мной, я сделаю. Да не так уж она и долго идет. Главное, чтобы кто-нибудь прикрывал. Кто-нибудь по имени Стрит Кент. Воу, чувак, у меня плохие новости. Нам идет железный человек. Iron Man, что ли? Из фильма? Бросаю взрывчатку. И что с ней делать? Атакуем его вдвоем. Ты, да пипец сейчас будет. А, вон вижу этого засранца. Кидай гранату на него. Да кидаю. Чё ты ноешь-то? Его изи-мен вообще какой-то. Ну, один на один. По ногам ему лупи. Ну, блин, все надо за тебя делать. Кто говорил? Ой-ой-ой, стритач, они меня убивают. А, это же изи. Да это тебе показал. Стой, оставь мне его. Хорошо. Сука! Нет, не оставляй! Блин!
теперь меня поднимай, пупсик. Ты меня поднимешь, нет? Я возьму сначала его пулемет. Вот ты засранец, а пулемет важнее друга. Ублюдок. А, я еще перезаряжаюсь, подожди. Ты слушай, у меня как бы идет время-то на подъем. Вовремя ты перезаряжаться начал. Прям в пятку. Перезаряжаться. Сейчас, подожди, я патроны пополню, у меня вообще все по нулям было. Куда ты побежал? Вот здесь есть. А, смотри. Ты давай иди прикрывай, потому что там вон уже спереди бандиты встали. О, нормально такой-то. Еще один вон слева. Красавчик. Валим, 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 пупсик, валим. Найди детонатор и взорвите мост. Окей, сейчас найдем. Сейчас будет бум. Как там, крутые пацаны не смотрят на взрывы. Да, да, отвернемся. Ой, я не туда подбежал. О, детонатор, я его. Давай, взял. Взрывай. Давай не смотреть. Нет, давай ты не будешь смотреть. Ты как крутой пацан, а я как не крутой. Я так буду идти сейчас с пулеметом. Давай. Ну, ты не пошел с пулеметом с моста, нам не показали тебя. Значит, ты крутой пацан. Или не крутой. Херню хуй тлям. А, вот я. Без головы. Да. У меня не было почему-то головы. Готово. Лучшая защита это. Что это? Мы и так потеряли кучу времени. Ок. Идем. Мы потеряли кучу времени. Стоит машина. Типа нам сейчас куда-то на ней ехать, а нет, она горит. Нет, она горит. Что он задумал, мазафака? А у тебя твой персонаж говорит или мой? Я мой. Меня блин, нравится мне прям с глушака стрелять. Ой. Какой-то мазафак. Меня кто-то вскрыть хочет, стрит. Не дай ему вскрыть меня. Я бы тебя сам вскрыл. Какой ты засранец. Ты кто там орёт? Это ты там орёшь? Вот так вот. Не, это какой-то псих. Я не псих. По крайней мере. Я точно не псих. Воу. Воу. Около тебя есть. Вроде бы. За наркотой спрятался. Какой-то наркоман. О, мне кто-то в спину так жестко садил. А, все, усадили уже. Сейчас. Короче, справа от тебя лежу. Ну ты можешь полежать, я там. Пулемет. Я пулемет и просто взрывай. Нет, я сначала перезаряжусь. Засрать. Это месть, да? Я тебе в пятку кольнул. Так, хедшот, мазафака. Ой-ой-ой, ты чё, по мне, что ли, лупишь? Стрит, я, если чё, лёг. Я тоже. Ты дурак, что ли? Дело готов. Вот ты рачел, какого хрен ты помер? Мы сейчас, я надеюсь, начнем с контрольной точки или где? Или с начала миссии? Ну что, идем дальше? А, нет, вот с контрольной отсюда. Точки, это нормально. Так, давай сейчас, короче, более... адекватно себя вести. Давай. И если я говорю поднимай меня, это значит надо поднимать, а не продолжать стрелять. Засранец ты хренов. Ну что, посмотрим? На твое поведение. Ну вот так вот. Будет сейчас, да. Уже взрывы идут, а? Ну, я перегандонил пару засранцев. Я уже привык к этому замечательному оружию. Смотри, тут коноплю сажу. Жечь мы ее тут не будем, как в игре. Нет. Хотя у меня есть коктейль. А, нет, у меня нет. Я бы ее сжег. Ай-яй-яй. Кто стреляет? Кто стреляет? Я кто стреляет, я не понимаю, кто меня стреляет. Я тоже не понимаю, кто стреляет. ТП вообще, ну. Вау, чувак в подкат вошел, я ему в башку попал. Я красавчик. Возьми этот пулемет. Да не буду я пулемет брать, мне со своей эмочки вообще прям шикарно стрелять. Мне прям она нравится. Мне бы еще был голографический прицел или коллиматорный на нее было бы вообще шикарно. Воу! Мне прям в рожу какую-то хрень взорвали. О, два хедшота. Я прям про мазафака. Че, кто-то следит? Какого хрена ты сливаешься постоянно, стрит? Ну че за дела, а? Один VC1. Видел один. Давай.
Погоди. Опять пять. Они еще сзади атакуют. Тихо, тихо, тихо. Сука, сука, граната вали! Ай-яй-яй, мне пукан подпалили. Но ты все равно вали. А кто сзади стреляет? Пошли. Вот. Как я тебя спас? Или не спас? Спас. Нет, не спас! А, все нормально. Стрит, ты давай отстреливай. Почему только я этим занимаюсь? Я царь. Царь здесь я. А ты так просто холоп какой-то. Ну. Так, загандонил. Ой-ой-ой, патроны. 29 патронов. Пойду лучше возьму. Так, вот здесь есть. Воу. Вот ты рачела просто, просто рачел. Ты еще додумался в середине улицы прямо свалиться. Старый. Дегенерат. Ты дегенерат, а не старый. Слушай, а если я тебя не успею поднять, что будет? Ну все, до контрольной точки нет. Я успею тебя поднять, пупсик. Да там поднять легко. В ляху. Спаситель, я себе ачивку какую-то выполнил. Я спаситель твой, малыш. Ты мой спасатель. Спасатель Малибу. Вон ему в сраку. Продолжайте преследовать капитана. Капитан, я тебя преследую. Ой, шавки бегут. Ненавижу шавок. Где шавки? Вот первая. Ой-ой-ой, она мне яйца хочет откусить. Чёртов пёс, мазафака. Разысорил щит, нига, пёс. Питбуль, смотри, или не питбуль. Это? Вроде ну, питбуль. Очень похож на питбуля. Бедный песик. Ну, тед чё бед, не ты же его убил, а я. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, им гранату нужно захерачить. Ой, они в ответку бросили. Я тоже не попал. Блин, они сливаются с этими красными стенами, ни хрена не понятно, в кого, куда стрелять, вернее. Да что ж такое, тоска. Убил. А я нет. Столько высадил в него. И его только сейчас загандонил его. Чё-то у меня глазки слезятся. Они тут бухают, смотри, сколько они тут выбухли. Оружие, патроны, мне нужны патроны, я вижу только взрывчатку. Почему я не вижу патроны, what the fuck? Ой, там кто-то матом ругается. Смотри, иди сюда, сюда иди. Подожди, подожди, иду. Ну, подошел. Бутылки железные, смотри. Оп. Ну, осколки есть. Это ж Far Cry. Где, у кого РПГ? Меня кто-то видит. Мне говорят, что я тебя вижу. Ой-ой-ой. Патроны рядышком. Да откуда? Сука, ты достал сваливаться, просто достал. Да когда начинаю стрелять или играть вообще? Убивают. Когда начинаю стрелять или играть? Да. Я бегаю вокруг, не надо. Гениально просто, я тебя в подкате сейчас поднял, фактически. А как ты подкат вообще делаешь? Бегу и на F. А, на C или на F? Ой, на C, да. Варфейст. Полился. Да, еще давай скажи, что я Warface играю. Да, все же знают. Да никто не знает. Я втихарюшку пока никто не видит. Вырежи. Проклятие, он убегает. Сэто, нам нужна твоя лодка. Кто убегает? А, подожди, патроны, патроны. А, вот этот чувак пришел, который нас кинул. О, одни патроны, две головы. Какой чувак пришел, который... Который нас кинул, помнишь? Не вижу, я вижу, что тебе пукан поджарили. Гандунь этого засранца. Не ругайся, я умер. Я не буду тебя поднимать. Один ты в любом не справишься, чувак. Там два рыбакопа. Ты тоже горишь, такая огненная негритяночка. Да завали свой рот, ублюдок. И больше не падай, говнило. Ты только достал уже. Пукан, я бомбил. Ты в натуре достал падать. Я вон уже на всех парах одни хедшоты. Сука, здесь враг. Поднимайся наверх, будем отковать. А, это ты. Я уже по тебе херачу. Ты зачем? Я гранату бросил туда. Слушай, ему, по-моему, похеру на грены. Сука. Это ты меня гранату свои. Конченый шаг просто. Ты хреново выглядишь. Слышал, да? Моя нигерша сказала, что ты хреново выглядишь.
Тебе, по-моему, что так, что не так, что ты ну, хреново выглядишь. Все, я его убил. Ну, хоть чем-то, Бобби, хоть... Огнемет нужен тебе, нет? Нет, нет. Хоть в чем-то ты полезен, я его убил. Есть огнемет теперь. А чё я пришел его чинить-то, ёпта? Так, обороняйте генератор до подхода сета. Хорошо. Надо сейчас кого-то будет херачить. А, вон бегут. Слушай, может просто встать за пулемет кому-нибудь? Точно идея, иди. Ой-ой-ой. Вот как раз фигачит. А то они жестко фигачат. Да, это, сука. Да? Топливо. Давай, ска. Так, лодочку с гондолем. Где моя пушечка с глушаком? Хедшот, мадапака. Вау. Там кого-то пукан взрывается. О, ты решил этот, огнемет подобрать. Ой-ой-ой, хп, хп. Я лечусь, малыш мой. Я не свалюсь, я не такой ущерб, как ты. Посмотрим, посмотрим. Когда-нибудь оснешь и не проснешься, смотри. Шутки за 200. Опять эти шпицы. Ой, слушай, там снова этот большой дебил. Дегенерат. Я еще подожгу, где он? Не знаю, где-то вдалеке идет. А ему похеру на то, что ты его подожгешь. Я собаку поджег. Шашлык, шашлык. У меня, прикинь, огнемет закончился. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой. Да, тебе пирата, ты его даже не видел. Да так возьми и убей. Убил уже. Патроны, мне нужны патроны. У меня патронов ни хрена нету. Так. Ты не серчай на меня, но я пошел за патронами, потому что они. Хорошо, мне... я пока этого пулеметчика убью. Или кто там? Рыбаков. Огнеметчик, по-моему. Да, у него огнемет есть. Это последний. Так, 180 патронов. Это хорошо. Ну, я сейчас, смотри, раз такой. И загандонил его. Молодец. Застилил. Ой, фраг. Какая-то польза. Ой, топливный бак лупит. О, вообще нету его. Чувак, давай. Хорошо, что я его выиграл. Я вообще не смотрел бы на него. Давай мочи. О, все. Нет, все равно он. Да пок. А. Он больше мешается, чем прибавляется, чувак. Сука, а ты все. Хоть по кому-нибудь вообще стрелял, нет? Нет, я бак чинил. Это предатель приехал. Хорошо, что вы еще на ногах. Значит, договорились, да? Уверена, мы сработаемся. Achievement unlocked. Here we come. Обнаружены зашифрованные данные. Ёпте. Готовы или нет? Нам задали вопрос. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Ух ты. Далее, далее. Мне 14 тысяч опыта дали. МП5. Стрельба навскидку. Что у нас тут еще? Удар ниже пояса. Активный дешифратор. Имеются свободные декодеры для расшифровки. Что это за хрень? Пусть. Больше всех убито, Серж, 114. А что такое дешифратор, я не понимаю. Я не знаю. Ну, давай расшифруем. Так, расшифровка 1%, 0%. Ребят, напишите в комментах, пожалуйста, что такое дешифраторы, потому что я что-то, молясь, не догоняю, что это за фигня. Так, больше всех убито я, больше всех попаданий в голову я, больше всех возрождений. Я. 8 штук. Больше всех боевых кличей тоже я, но почему-то все по нулям стоит. Так, открыто. Ага, боевой клич, я знаю, там хп друг другу пополняешь. Просто кричишь и пополняется у тебя хп. Да. Только я не помню, на какую кнопку это надо делать. Короче, чуваки, спасибо большое за внимание. С вами был Серж, с вами был Стрит, это было Far Cry 3. Удачи. Да, мы обязательно продолжим. Палец вверх, комменты вниз. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. До скорой встречи. Пока. Не забудь подписаться на канал Бело, нажав вот на эту кнопочку справа.